Консультации, справки из государственных регистров, кадастров и банков, оформление документов на получение земельного участка и кредита. Одно окно берет на себя все вопросы. Нет необходимости обивать пороги разных кабинетов и обзванивать десятки инстанций. В этом году служба Бобруйского горисполкома признана лучшей в области. Мы всегда прислушиваемся к мнению наших посетителей и улучшаем качество оказываемых услуг. Также хочу отметить, что данный результат является непосредственной деятельностью самой службы «Одно окно» и Главного управления юстиции Могилевского облсполкома, к чьим замечаниям и требованиям мы прислушивались и выполняли в обязательном порядке. Справочная решает проблемы граждан уже больше 10 лет. В этом году заработала электронная очередь. Это помогло упростить и ускорить процесс. Ей воспользовались уже 17,5 тысяч человек. Только за 10 месяцев специалистам поступило свыше 8200 заявлений. В сравнении за весь 2021 без малого 9. Здесь совокупность многих показателей. Это специалисты службы «Одно окно», которые профессионалы своего дела. Удобный график работы, удобная комфортная. Комфортное помещение для приема посетителей, создание всех необходимых условий, наличие электронной очереди, инфокиоска, безбарьерная среда. Все это вот являлось показателями определения лучшей службы «Одно окно». За помощью к опытным специалистам ежедневно обращаются больше сотни бобруйчан. Сегодня через службу можно выполнить 195 процедур, и это не предел. Кроме Бобруйского горисполкома, «Одно окно» работает в Первомайской и Ленинской администрациях. Ключевые принципы – без формализма и волокиты. За какими процедурами обращаетесь? Ну, я работаю в агентстве недвижимости, поэтому сопровождаю клиентов и различные вопросы. Все очень грамотно отвечают на вопросы, помогают разобраться в каких-то непонятных нам ситуациях. Аналогичной службы, где все административные процедуры систематизированы в едином правовом акте, не существует. Обратиться за консультацией можно по номеру 142. Время работы – будние с 8 до 5. Обед – с часу до 2. Если есть вопрос, здесь найдут ответ. Карина Гуревич, Максим Галенко, Бобруйск, 360.